Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть в Halo Spartan Assault. У нас идет операция «Перехваченный шанс». Погнали. Интересно, летать сможем. Так, два автомата. Магнум. Я не знаю, магнум у нас был, не магнум. 248 очков. Мы в любом случае снайперку зазря купили. Как вы понимаете, зазря, именно зазря. Нахрен, магнум. Что? О, чувак! Дай-ка погонять. О, 4 патрона, дай мне. Все, погнали. Куда вы бежите все? Что происходит? А, вы тоже спасаетесь. А, да, плевать. Я забыл, вот этих чуваков, я так понимаю, надо валить. Ой, идет, иди сюда. У меня патров нет. Черт. Надо валить только вот этого. Да в смысле? Кинь гранату. Все, слава богу. Подожди, мы успели, что ли? Да, мы успели, миссия выполнена. Так надо было тупо до этого бункера добежать. Всего лишь. Только у меня было время. Я мог... Ну, да, 60 косарей. Ну, вот я о том же. Серебро. Пушка головореза. Игломет. Ну, ладно. 6-й уровень. Погнали. 348 очков. Тратить не на что. Мы спаслись. Разруха. Хаос. И у нас две... А, это ракетница, я так понимаю. И игломет. Ясно. Танки горят. О, так. Не будем зря Муму травить. И сразу побежим вот сюда. Не, в жопу щит. Вот эту берем штуку. В смысле? Я думал, я прострелю его. Так. Ага, я еще и не туда бегу, походу. А если туда, то конкретно не туда. Чуваки, здорово. Так, тихо, что происходит? Идет.
Давай, летающее говно. В смысле? Что за приколы? Я о том же. Все, чуваки, за мной. А, вы прям и бежите к той точке. Погнали, погнали. Я с гранатометом побегу. Пацаны, здорово. А вот и вы. Как-то так. А, все, вы сваливаете, да? Ладно, сваливайте. А, зачистите всех, кого сможете по пути. Пожалуйста. Так, а нам остается только бежать наверх. Наверх именно по этой части, скорее всего. Что здесь у нас? Не-не-не-не, вырубающее поле меня более радует. Ну, оно реально, оно вырубает же всех. Так, и здесь тупик. Значит, мне с той стороны все же оббегать. Не, вырубающая граната, она как-то... Опа! И минус куча народу. Так нечестно! Ты что, думаешь, самый умный, что ли? Тихо. Да твою мать, а? Ну, вы видели? Я просто два раза во что-то вляпался и сдох. Это такое фиаско. У-у-у. Так, берем игломет. Ну, потому что против этих игломет неплохая штука. Пока не добегаем до автомата. Уа! Так, бежим вот сюда. Нам там надо. Здорово, чуваки. Берем вот эту штуку сразу. Здорово, дядя. Пока, дядя. Все, валите отсюда нафиг. Так, граната. Граната — это самое главное, что у них есть. О! Идем дальше. Власть. Ты ждешь, когда твой сраный щит перезарядится? Все, перезарядил, блин, собака. Так, сколько я максимум могу набрать в эту хрень? Не, говно щит, говно. А-а-а, черт, я гранаты не взял. Откуда? А где гранаты? Где были гранаты? Хороший вопрос, где были гранаты? Так, берем автомат. Идем. Так, пробуем дубль 2. А, это вот из-за этой хрени они взорвались. Все ясно. Иду, чуваки, иду. Иду, ребята. Дави, уродов, дави. Чуваки, живите. Я их всех задавлю нахрен. Чё ты? Думаешь, умный такой, да? Никто не выживет, слышал? И об этом.
Знаешь, почему никто не выжил? Потому что я еду. Сдохните. Чуваки, отходите, отходите. Суки, только выйдите. Здорово, пацаны. Я приехал. Я вам тачку привез. Во, 92 косаря. Стопудово мало. Даже не хватит на золото. А, не хватило 3 косаря на золото, Карл. Ой, стоп. Опять. Прервать задание. Да. Во-первых, ну, вы сейчас поймете, не ту сложность выбрал. 6-я. Танки. Сраные танки. Ё-моё, ну как так-то, а? Дайте мне на РПГ, что ли, покататься. Ну я вот как тут управлять этой хренью? Я не знаю, как на нем ездить, реально. Вот что-что, а танк я вот не освою. Никогда, скорее всего. Ну реально, он такой напряжный в плане катания. Но сейчас что-то пока идет вроде более-менее интересно. Вроде бы. Так. В смысле, я туда заехать не могу, что ли? Но это нечестно. Ну ладно, давайте хотя бы там настреляем, что ли. Но я не могу заехать туда. Как жопы ни крути, я туда заехать не могу. Одну я уничтожил. Ага, ясно. Все, валим нахрен отсюда. Ну а что делать еще? Как-то так. Теперь едем, идем обратно. С двумя автоматами. Не хиленько, да? А, я забыл, что у меня не дробаши. Задрали вы меня, ребятки. Так, сейчас, секунду. Я смотрю, тут корабль просто их припаркован. Гранатку последнюю. А. Не оставляй гранаты врагу. Никогда. Старое доброе правило. Пошел вон. Адаптируйся. Главное всегда уметь адаптироваться. Да, жалко, что техника покоцана в хламину. И, скорее всего, долго не протянет. Но... Один залп, и я сдохну. Да ты гонишь. Снова. 130 тысяч. Ну ладно. Ожидаемая концовочка. Да, жалко, что я не смогу покататься.
Нормально. На нормальном танке, но... Что есть, то есть. Тихо. Один готов. К сожалению, один. Да, покидать свой танк, это, конечно, не к добру. Нельзя, блин, покидать свой танк. А, зачем? Я позаимствую? Пошел вон отсюда, вонючая хрень. Все, идем дальше. Как-то так. Тихо, 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 тихо. Да! Еще и почти целый. Еще и почти целый забрал. Ладно, теперь надо как-то дожать их аккуратненько и на гранату снова не налететь. Как в тот раз. Че интересно меня здесь в тот раз убило? Да хватит бегать вокруг укрытия от меня. Вонючка ты хренова. А что надо делать? А, все. Валить надо. Ну ладно. Так, стоп, сюда не свалишь. 100 тысяч, да? Неплохо. О, можно вон там, смотрите-ка. Хе-хе, ты серьезно, что ли, чувак? О, там звездолетик этот. Ну, я пройти не могу. Ну, естественно. Где мой танк? Я тут припарковался. Ты что, стебешь меня, что ли? Думаешь, я внутрь вот так залезу? Эй, не. Так, все, погнали вниз. В смысле? А-а-а, все, вот сюда. Я думаю, смотри, что-то с карты точка пропала. Думаю, куда я бегу? Куда я бегу, куда я бегу? Дай гранату подберу. Не знаю, может пригодится. 155-600. Неплохо. Хватит? 140. Супер. А, идем дальше. Оставим на последнюю миссию. Очки. Так. Защитить. Ненавижу. А, нам надо именно отходить еще назад, да? Я не знаю. Прелесть того, что он с гранатами. О, так ты еще и шмаляешь периодически. Не, главное не гранаты. Главное не гранаты. Эти-то ладно, уроды. Сраные комары пошли. Не-не-не-не-не-не-не. Вы нет. Да куда ты бежишь-то? Мне главное этих убить. В смысле? А, комары не умирают от такой херни?
Блинский, блин. Из плюсов граната перезаряжается быстро. Подожди, там есть звездолет, а он работает? Подожди-ка. Я тебе постреляю в меня. Хе-хей! А вот и имбовочное оружие. Слона от атак с тыла. Все, звезда слону. А чё, как я защищу слона, если я пройти не могу? Не пройти, не проехать. Твою мать, а, да не надо, ну за что? Что ты, за что ты меня так не любишь? Миссия провалена. Давай, катись. Сдохни-то. Нет, не подходи к слону. Мухи пошли, только не мухи. Да. А, черт, у меня патры кончились. Че, умный самый, да? Ну давай, иди сюда. Я вас, мухи, разделаю под орех. Надо быстрее обгонять танк. Он сейчас взорвется, мне кажется. Подожди, его же только взрывчатка берет, да? Все, звезда слону. Один взрыв, и он труп. И мне переходи задание заново. Ты что, такой умный, что ли, блин? Фу, миссия выполнена. Слава богу. Реально, потому что у нее осталось на дне, потому что я убил там хреновую тучу народу. И что тут? Ладно, посмотрю так. Серебро. Ну ладно. О, давай. Мы ждали этого времени. А, хрен там плавал. Хрен там. Ну, снайперку я не возьму, не, спасибо. Готов. 6. А, уничтожьте. Ага. Что надо делать-то? Провести эвакуацию. Ага, ясно. Это типа в бункер все бегут. А я типа отстреливаюсь от этих говнюков, да? Нихера себе. А, погоди, говнюки.
Не давать перегреться. Ждем, ждем, ждем. Не давать перегреться. Черт, дал перегреться. Серьезно, ты в огонь побежал? Ты конченый, что ли? Серьезно, здесь есть место. А, черт, нет, нет, нет. Так, что, добраться до второй позиции? Охереть. Я побежал в жопу всех. Где вторая позиция? А, внизу? Ясно. Так, вторая позиция. А, вот в чем прикол. То есть эти именно отсюда идут, да? Фух, перегорело. Жопа, беги, чувак, беги. Я надеюсь, ты добежишь. Я тебя брошу. Вот как спасти их от броска гранаты? Вот ты урода кусок, а? Не, надо его выносить срочно. Ну, потому что он урод. А у меня, как назло, гранаты кончились. Урода ты кусок! Да твою мать! В смысле, они со всех сторон пошли? Чё за прикол-то? Охереть. Это вообще жопа. Они отовсюду прут. Это нечестно, я так не успеваю, блин. Все? Нет? Хоть бы вторая точка была последней. Сильно рассчитываю, что вторая точка последняя. С моим перегревом. О, это звездец. Все. 3 из 10 сдохло. Слава богу. 320 тысяч. Сколько я получил? 325. Да это прикол. О, обидно. А меня забрать. Смотри, даже они с этой планеты сваливают. Все с этой планеты сваливают к чертям. Ну что ж, на этом мы, наверное, пока что закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.